Педагоги Ирина и Дарья Кувалдины только начали осваивать сферу дошкольного образования, но на втором году работы планы пришлось изменить. Семейный бизнес не успел окрепнуть, как грянула пандемия. Пришлось закрыться. В какой-то момент пришлось реализовывать дистанционно программы. Но очно в любом случае тут все было закрыто, конечно. В беде молодой бизнес не остался. Пришла помощь из федерального и окружного бюджетов. Кувалдины оформили компенсацию арендной платы и коммунальных услуг. Благодаря поддержке сегодня центр вновь готов открыть свои двери. Одно из главных направлений – речевое развитие. Познакомились. Вот сейчас Винни-Пух очень хочет, чтобы вы ему рассказали, что вы любите делать. Я работаю логопедом и вижу, сколько детей нуждаются в помощи логопеда на самом деле. И вот хотелось бы минимизировать проблемы. Но родители иногда не понимают конкретно, что нужно. Мы проводим логодиагностику. После открытия в образовательную программу центра вернутся и прежние занятия. Педагоги не сомневаются, прежний спрос на их услуги вернется. Школьники, дошколята приходили именно вот на подготовку к школе. Много детей было, ну, достаточное количество. Также английский язык тоже был популярен. И вот именно примерно на этих курсах так жили, да, первые полгода примерно. Потом решили немножко удариться творчество, начали открывать такие курсы, как рисование и занятия игры на гитаре, учили детей. Дальше в спорт, открыли шахматы. К новому учебному году в образовательном центре готово все: маски, антисептики, дезинфицирующие установки и новые интересные программы, которые Ирина и Дарья готовили во время вынужденных каникул. Найти плюсы в очевидных минусах – теперь это личное бизнес-кредо Кувалдиных.